Роман Любимов, нападающий команды «Спартак». Роман, второй период вышел немного тяжелее, чем первый. Как думаете, с чем связано? Удаление. Они сбивают темп игры. Мы хотим играть в зоне атаки. Из удалений приходит сначала обороняться. Кто-то переигрывает, кто-то играет меньше. Чуть сбивается, я повторюсь, ритм игры. И поэтому, наверное, тяжелее. И пропустили гол. Ну а почему начались такие удаления? Может быть, какая-то нервозность появилась на площадке? Хабаровск взвинтил обороты. После первого 2-0 мы вели, им нужно было отыгрываться, они побежали. Где-то в моментах не успеваем, приходится фалить. Шайба, которую вы забросили буквально в раздевалку, она как-то подуспокоит сейчас команду? Как-то на третий период уже спокойнее выйдет? Ни в коем случае, нам нельзя успокаиваться. Нам нужно играть в свой хоккей. И снова повторюсь, мы должны играть в зоне атаки, контролировать шайбу, лезть на ворота и не пускать к своим. Спасибо большое, удачи. Спасибо.